Наша пулька упала в яму, и мы ее не можем достать. И только если вы успеете поставить лайк за 3 секунды, то мы ее достанем. Считаю. Раз, два, три. Привет, друзья! С вами Илюша. Сегодня из вот такого старенького деревянного пистолета мы сделаем офигенное мощное ружье. И все это будет происходить в игрушке под названием Gun Clans Run. И что же, давайте приступать. Начинаем мы с вот такого пистолетика. Да-да, ребятоньки, это старый добрый мушкет. Он очень и очень даже старинный, но при этом смотрите, как он хорошо начинает стрелять. Мы тем более прокачали хорошо все параметры. Давайте тогда сейчас еще, конечно же, вот эту мишень мы вместе с вами нафармим. И, естественно, сделаем уже два вот таких пистолетика. Также нас встречает опять-таки вот такая мишень. Ну и мы как раз-таки, ребятоньки, ее нафармили на один пистолетик. И ничего себе, у нас теперь, ребятоньки, получился вот такой тройной пистолет. И выглядит это, конечно, очень даже странно, но и прикольно одновременно. И в итоге наш лучший рекорд 33 метра. Мы тем самым временем накопили 105 баксов. Давайте тогда, конечно же, прокачаем силу атаки, ну и, естественно, скорость стрельбы. Я считаю то, что эти параметры очень и очень даже важные. Ну а мы сейчас, конечно же, начинаем побеждать нашего противника. Он, кстати, у нас был здесь первый. Ну и, естественно, мы ему не оставили вообще никаких шансов. Дальше прокачиваем опять-таки скорость наших выстрелов. И очень и очень даже много слоев вот вот этой мишени мы вместе с вами побеждаем. Остается опять-таки только налутать еще вот вот эти дурацкие мишени, с помощью которых мы получаем новые эволюции наших пистолетиков. И, кстати, вот как раз-таки два новых пистолета, которые мы получили. У них очень и очень даже странные патроны, они почему-то зеленого цвета, и, возможно, они отравленные, а может быть и нет. Но в целом видно то, что оружие мы сделали действительно очень и очень даже мощное. Давайте тогда сейчас еще нафармим вот вот эту штучку аж до третьего уровня силы. И теперь у нас появилось еще плюс два вот таких пистолетика, которые у нас с синенькой рукояткой. Выглядит очень даже интересно, ну и заманчиво то, насколько мы дойдем, ребятоньки. Но я вижу то, что рекорд мы вместе с вами побили. И ничего себе! Нам, ребятоньки, открылся вот такой новенький прикольный пистолет! Давайте тогда сейчас мы еще ему, конечно же, прокачаем дальность, чтобы он был очень и очень даже хороший. Ну и, естественно, начинаем прохождение нашего третьего уровня. Блин, пистолетик реально стал, ребятоньки, более такой современный, с большими такими железными запчастями, ну и, естественно, ребятоньки, очень и очень мощными патронами. Видим то, что мы спокойненько опять-таки делаем вот вот эту прикольную мишень. Давайте тогда сейчас еще, конечно же, начнем увеличивать нашу дальность. Ну и, естественно, фигачить опять-таки вот вот эту мишень второго уровня силы. Эх, ребятоньки, жалко то, что у нас пока что всего лишь один пистолетик, и силы у нас очень и очень даже мала. Но теперь нас все-таки трое, и видим то, что результат улучшился, ребятоньки, в три раза как раз-таки. Давайте тогда, конечно же, опять-таки лутать вот вот эту прикольную мишень и делать ее непосредственно третьего уровня силы. Вот это да, друзья. Сейчас тоже опять-таки будем лутать много и много денежек, ну и, конечно же, делать самое главное, это побивать наш рекорд. Ну и видим то, что да, у нас уже множитель даже x4, хотя был максимум x3. Ну и лучший результат — это 99 метров. На четвертом уровне нас опять встречает вот такой загадочный шар. Не знаю, честно говоря, для чего он нужен. Если вы знаете, обязательно напишите в комментариях. А я пока что, конечно же, силу атаки прокачаю, скорость стрельбы и дальность. Ничего себе, сразу три параметра. Давайте тогда, конечно же, вот таким мега прокачанным пестиком начинать играть. Ну, пока что, друзья, мы немножечко налутали вот, вот этот непонятный шарик и стараемся еще делать файррейт хороший. О, да, смотрите, друзья, файррейт у нас действительно получился на славу, поэтому мы сейчас берем и, естественно, один пистолетик уже на конвейер кладем. Дальше мы получаем еще fire rate в плюс 60 очков, ну и стараемся еще, ребятоньки, делать множитель на range. Ну и видим то, что у нас он получился очень и очень даже хороший, больше 60 единиц. Остается нам, конечно же, объединиться с пистолетиком второго уровня силы и, естественно, опять-таки делать вот, вот этот дурацкий какой-то непонятный кирпичный глобус. Так, ну ладно, хорошо, видим то, что у нас уже пистолетики почему-то на третьем уровне силы и, естественно, нам надо как-то добраться до четвертого, потому что мы еще до туда ни разу не доходили. Но зато смотрите, что я вижу. Тут у нас, ребятоньки, огромнейшая куча денег, которую мы вместе с вами должны лутать. Ну, в принципе, залутал вот, вот эту кучу я очень и очень даже неплохо. Давайте тогда сразу приступать уже вот к такой следующей. В итоге минус одна куча имеется. Вторую сейчас мы вместе с вами, ребятоньки, побеждаем. И делаем, друзья, вот такую просто карусель из нашего оружия. Это вообще, ребятоньки, какая-то полная жесть. Сейчас сосредоточу все наши выстрелы сюда. Ну и видим то, что тут у нас кубики уже по 500 массы идут. Это пробить будет слишком тяжело.
Кстати, новый пистолет мы открыли уже на 66%, поэтому нам, по сути, еще один вот этот уровень, пятый юбилейный, пройти, и эволюция у нас в кармане. Поэтому я сразу, естественно, друзья, начинаю наше прохождение. Нас тут встречает очень хороший множитель на Fire Rate и опять-таки вот такие кирпичики. Вот смотрите, друзья, они вроде пошли на конвейер, а вроде и в эту полосочку, так я до сих пор и не понял, для чего все-таки они нам нужны. Ну а пока что я, естественно, начинаю фармить вот эту штучку и получать с нее аж целых два вот таких же пистолетика, как у меня. Остается опять-таки еще, ребятоньки, не забывать про наши деньжатки, ну и, естественно, объединяться. Все-таки нас уже стало аж целых три, ну и мы практически вместе с вами сделали вот этот шарик синеньким. Нам постоянно, ребятоньки, не хватает буквально совсем чуть-чуть. Ну и в итоге, получается, у нас сейчас будет объединение 4 на 4, и теперь вместо пистолетиков у нас, ребятоньки, имеется цельный миниган, у которого реально много и много вот таких стволов. Ну, блин, реально, оружие очень, друзья, мощное, выглядит суперски, и, блин, вы просто посмотрите, как мне игрушечка подсуживает. Она мне дает возможность заработать много и много денежек, чтобы потом, конечно же, прокачаться. В итоге, в конце, ребятоньки, мы еще объединились и получили уже вот такую ружбайку, очень и очень даже странную. Ну и, естественно, опять-таки, начинаем побивать наш рекорд. Посмотрите, у нас тут очень-очень много массы, но я думаю, что в следующий раз я буду стрелять только в нее, и тогда мы точно рекорд наш побьем. Ну а на финалочку, друзья, я подготовил для вас еще одно новое оружие. Давайте тогда его тоже рассмотрим. Тут у нас уже не пистолетик, а уже, в принципе, винтовка, либо же дробовик. Давайте тогда, конечно же, прокачаем скорость стрельбы, дальность, ну и, в принципе, силу атаки и скорость стрельбы тоже еще раз прокачаем. Да-да, друзья, я к этому оружию подготовился очень серьезно. Ну и в итоге видим то, что оно реально очень и очень даже мощное. Сейчас тогда мы вместе с вами еще, конечно же, налутаем дальность, потому что такая винтовка должна стрелять очень и очень даже далеко. Ну и сейчас посмотрим, на что она все-таки у нас способна. Ого, ничего себе, мы сразу ее вкачали до второго уровня силы. Сейчас тогда, естественно, нафармим еще вот тут этих вспомогающих ружбаек. Ну и, естественно, сейчас будем лутать вот такие денежки. Смотрите, за один заход мы практически сотку вместе с вами залутали. Также мы практически полностью раздели вот этот шарик золотистый. Ну и, естественно, фармим еще денежки, друзья. Так, смотрите, кстати, тут у нас очень интересная мишень. Она практически четвертого уровня сделалась, но нам все равно, как всегда, почему-то чуть-чуть не хватает. Посмотрите, даже здесь дошли до половины, и это наш максимум. Ну ладно, зато сейчас мы вместе с вами объединяемся, получаем очень и очень даже крутую эволюцию, и теперь наши пушечки, друзья, уже третьего уровня силы. Конечно, до четвертого опять-таки достать здесь, ребятоньки, нереальную эволюцию. Но я делаю опять-таки все, что в моих силах имеется. О, смотрите, тем более какой у нас крутой момент. Я лутаю вот эту штучку, специально, ребятоньки, попадаю на пилу, и мы получаем четвертого уровня эволюции вот такие ружбайки. Ну и в итоге видим то, что наше оружие справляется абсолютно со всеми вот этими множителями. Мы сейчас вместе с вами доходим уже до 1500, также видим уже кубик 2 и 2000 и 2 и 7. Офигеть! Мы, получается, побили наш рекорд, ну и, естественно, заработали много денег. Ну а на этом, ребятоньки, я заканчиваю прохождение нашей игрушки. Если вам она понравилась и вы хотите увидеть продолжение, обязательно напишите об этом в комментарии. Ну и, конечно же, наставьте кучу-кучу лайков. Подписывайтесь на канал, не забывайте нажимать на колокольчик. Всем пока-пока!